представляем класс «Пулеметчик». Я специалист по тяжелому оружию. А это мой инструмент. Он весит 150 килограмм и делает 10 тысяч выстрелов в минуту патронами по 200 баксов каждый. Нужно 400 тысяч долларов, чтобы стрелять из этого пулемета 12 секунд. О, Иисусик, кто трогал Сашу? Уроды. Кто трогал Сашу? Некоторые считают, что они умнее меня. Возможно. Посмотрим. Но я не встречал никого умнее пули. Беги, пока можешь! Хорошо сказал. Перевел и озвучил Веник. Подписывайтесь на канал и делитесь с друзьями. Всем печенек и пока!